В Засвиярском районе Ульяновска открылся центр опережающей профессиональной подготовки. Учреждение работает на базе Ульяновского многопрофильного техникума. Центр создает образовательные программы по специальностям, необходимым ульяновским работодателям. Проводит подготовку и переподготовку граждан. Помогает жителям трудоустроиться. Организует массовую профориентационную работу с молодежью. Мы будем помогать конструировать программы, в том числе самые современные, под самые современные профессии, специальности, обслуживание техники, ну и прочее. Кроме всего прочего, мы будем стараться помогать гражданам подыскать работу совместно с кадровыми центрами, потому что это их основной функционал, а также будем стараться мониторить региональные потребности в кадрах. Предстоящую работу центра уже успели оценить первые посетители. Мы сотрудничаем с техникумом, мы планируем проводить здесь различные мероприятия, приглашать их на базы школ и даже на базу нашей школы для проведения совместных мероприятий, для того, чтобы ребятам объясняли, какие есть профессии, как можно вообще построить свое будущее и свою карьеру. Как отметили в Министерстве просвещения, центр станет местом объединения лучших преподавателей, а его ученики освоят самые современные профессии, в которых нуждается Ульяновская область. Центр должен быстро, оперативно реагировать на те потребности экономики, именно в подготовке кадров, соответствующих потребностей, которых будет. Центр опережающей профессиональной подготовки создан при поддержке нацпроекта образования. Его первые посетители стали студенты многопрофильного техникума, мечтающие стать программистами. Максим Писарев, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.